Волнук Миленой в стиле Сервантеса. Брэндон, как всегда, репрезентит Макси. Посмотрим, сможет ли Брэндон что-то противопоставить. Хорошее агрессивное начало от Брэндона, но обходят его лолнупсов сбоку и практически даже преимущество по жизни получает. Комба. Нажирается Брэндон все подряд. Очень печально это. Протык. Бросок. Похоже, вин. Да, перфект. Второй раунд Брэндона просто уничтожает. Он так спешил, чтобы поиграть в турнире. Ну что ж, будет знать. Не рвет броски. Впрочем, его противник тоже не очень хорошо рвет броски. Комба. Большая комба, запор. И Брэндону удается благодаря запору забрать раунд. Контрхит. Не дропает комбу, хорошо. И в который раз? Ну, это паниш, да. Брэндон забирает второй раунд. Что ж, это неплохо. По крайней мере, он не сдается, несмотря на такое печальное начало. Ну и уже практически забивает бедного лунуба. Наказание, да, Брэндон вспотел.